команди. І до вашої уваги експрес-коментар після сьогоднішньої гри. Дана команда Київ Баскет. Максим Асандрович. Максим, що трапилося? Чому, на твій погляд, вам не вдалося досягти успіху у сьогоднішній гри? Ну, я думаю, это последняя четверть, середина где-то, поспешные атаки и какой-то сумбур. Из-за этого как-то Политех нас догнал, и там уже решалось 50 на 50, то победит, то проиграет. А до этого, я считаю, мы 3,5 четверти контролировали игру и играли неплохо. В последней четверти вы забагато пропустили, там, больше 30 очок, или какие-то разлаженные захисты. Ну, это не сказать, что не залагаешь, даже Денис, это поспешные атаки, они нам в ответ забивали очки, и плюс подбор еще проиграли, и поэтому так получилось в конце. Спасибо. Потеря концентрации последние 5 минут. Мы вели за 5 минут до конца, по-моему, 7 или 8 очков. Сыграли последние 5 минут 24-12. Пропустили за последнюю четверть 30 очков. То есть все, что до этого у нас получалось, игроки перестали выполнять. Полный сумбур в защите, в нападении. И 30 очков за четверть пропустить – это очень большой показатель. Именно в первую очередь нашей защиты. Поэтому мы проиграли за счет защиты. Я уверен, не справились с двумя игроками, хотя была установка и с Кромером, и с Грэмом. Сыграть 55 очков, два игрока забили и господствовали под щитами. Грэм полностью переиграл всю нашу переднюю линию. У нас называют, что у нас очень хорошая передняя линия, но сегодняшняя игра показала, что игрок с сумасшедшим процентом 70 из-под кольца, забил 31 очко, сделал 13 подборов. Полностью нас уничтожил из-под кольца. Плюс хорошую игру показал Кромер. Поэтому в первую очередь я говорил, что мы должны играть от защиты. Если мы первые 35 минут играли от защиты, у нас получалось, то последние 5 минут каждый играл за себя. Евгений Викторович, если можно, первая игра, но Латковича оцените, пожалуйста, с позиции. Было увереннее вроде бы стало во второй половине, чем первой, но мне так показалось. Ну, безусловно, волнение есть. Он провел всего 2 тренировки с командой. Безусловно, волнение есть. То есть будем готовиться на Днепропетровск, посмотрим, как он проявит себя в Днепропетровском. Я больше жду от него организации. Потому что у нас, хотя мы выполнили свои показатели, там у нас 19-20 результативных передач, вот, но мы также проиграли 16 подборов на нашем счете, допустили 20 потерь. Ну, нам надо строже играть в нападении, я имею в виду дорожить мячом и ответственнее в защите. Евгений Викторович, пауза в чемпионате, она сыграла не на вашей корости. Команда выпала за игровой ритм? Я бы не стал бы, были, оставались помощники, был план подготовки, поэтому я не думаю, что прямо такое. Безусловно, есть проблемы какие-то, но мне радует, что все выздоровели, появилось у нас больше ротации, поэтому. Если завтра же матч с Дніпром, чи встигне команда якимось чином відновитися на черговий поєдинок? Будем стараться, приведем порядок. Нет. Сделаем выводы, поработаем над ошибками. Я говорю, 35 минут мы играли неплохо. Я не говорю, что хорошо, но играли неплохо. Поэтому нам осталось поработать 5 минут последние. Дякую. Спасибо.